Следующее слово предоставляется активистам Апатитского отделения партии «Единая Россия», депутатами Совета депутатов города Апатиты Ахтуловой Елене Михайловне и Петровскому Михаилу Николаевичу. Уважаемые участники, поздравляю вас с открытием открытого первенства города Апатиты по кикюсинкайке в карате и желаю вам всем победы. Конечно, это спорт. Будут победители, будут проигравшие. Но самое главное, я желаю вам победы над собой. Наверное, самое главное. Будет больно, будет тяжело, но вперед. Сила воли у вас присутствует. Вы молодцы. Всем победы. Ура. Участникам воли к победе, мужества, честных поединков, зрителям прекрасных боев, прекрасного спортивного зрелища. И хочу сказать, что в таком соревновании «Воли Апатиты», конечно, прекрасная структуризация как самого города вида спорта, да, как и его искусство в нашем городе. Всем спасибо. Слово предоставляется нашему шахану, председателю нашей Курманской федерации Кикюсинкай карате, пятому даму Риванинову Наталью Викторовичу. Я хочу поблагодарить в первую очередь главу администрации, уважаемых депутатов, которые помогают содействовать нашему не олимпийскому виду спорта, но он очень массовый и очень важно, что вы поддерживаете. ВОС. Ну и обращаюсь уже к спортсменам, уже вам пожелаю удачи, справедливых боев. Я присоединяюсь к этим пожеланиям и хочу добавить от себя, чтобы вы соблюдали этикет. Это то, что формирует ваш характер. Уважение к сопернику. То, чем отличается наш вид спорта кикюсинкай от смешанных единоборств. Ну и хочу пожелать судьям справедливого судейства, родителям боления правильного, уважительного. И надеюсь, соревнования эти продолжатся традицией. У нас была славная традиция крупных соревнований в Апатитах. И вот она возрождается. Спасибо всем. ВОС!